Вот такая вот очередь. Вон аж с начала квартала. Вот мы стоим вот здесь. И мы пришли в 11 часов, за час до открытия. Сегодня почему-то написано, что вход бесплатный с 12 до 4. Сегодня понедельник. А так обычно с 10 до 5, 13 евро билет. И мы по незнанию пришли сегодня пораньше, и вот оказалось, что все мы правильно сделали. Потому что я думаю, если бесплатная тема не работает, то у нас, по крайней мере, есть электронный билет, который все равно нужно поменять в кассе. Прямо вот так вот на тротуаре вход в этот прекрасный музей. Очень красивый фонтан Нептуна. Это вот такая вот площадь. Вон там музей Прадо, где мы были вчера. А сегодня мы стоим уже в очереди в музее Тиссена Борнемиссы, который находится в одной минуте вот в той стороне. Небольшой лайфхак по поводу музея Тиссена Борнемиссы. Вот мы сейчас прошли опрос, так называемый сервей, и я задал вопрос женщине, которая проводила опрос. Сегодня, таки да, в понедельник с 12 до 4 вход бесплатный, поэтому такая огромная очередь, люди хотят сэкономить 13 евро. Вот, и она сказала, что так как у вас есть билет, вы можете прийти в любой другой день по своему билету. И еще раз повторюсь, система с электронным билетом работает в каждом музее отдельно. То есть мы купили онлайн 3 билета в 3 музея. И вот в музее Прадо, то, что меня немножко возмутило, было очень глупо, что не имея билет на руках, ты все равно должен выстоять в кассу, чтобы его поменяли на бумажный билет. Она сказала, что в других музеях эта система может быть другой. Я надеюсь, что в музее Тиссена Борнемиссы и в музее Королевы Софии сработает наш электронный билет, его просто сосканируют. Кстати, вот уже мы начинаем двигаться. Поэтому, кому интересно попасть в музей бесплатно, приходите в понедельник в 12 часов. Все остальные дни с 10 до 17, билет 13 евро, но его можно купить онлайн. 3 самых основных музея Мадрида. И вот маленькое вступление. Вот этот товарищ Ганс Генрих Тиссен Борнемисса, родившийся в 21 году. Это его отец, это дед. Он был бароном. Вот, и прожил он до 2002 года, и вот в 1992 году он основал музей. Начинаем с картины Рубенса. В общем, повторюсь, сказали, что нельзя снимать, только фотографировать без вспышки, но мы немножко снимаем. Вот тоже картина Рубенса. И в общем, за 10 лет до смерти он основал музей Тиссена Борнемиссы в Мадриде, но через год он его продал испанскому правительству, то есть он унаследовал, он вообще был бароном, унаследовал шахты, золото, оружие, и в общем его отец был очень богатым человеком, и тем не менее он все равно это продал, а не подарил музею. И это, конечно же, сразу барон Тиссен Борнемисса упал у меня в глазах.